У домов, как у людей, есть своя душа и свое лицо, в котором отражается их внутренняя сущность, заметил однажды великий Александр Дюма. С классиком не поспоришь. Дом – это особая атмосфера, своя зона комфорта. И, конечно, это не просто четыре стены. В этой программе мы расскажем вам об одном из самых первых салонов дизайнерской мебели в Уфе – «Дизайн Интерьер», на счету которого сотни успешных проектов по обустройству жилого пространства и тысячи благодарных клиентов. Истинный дух Италии, особый шик и безупречный вкус. Все это салон на Заки Валиди. Рассматривать мебель и предметы декора здесь можно часами. Благородные материалы и утонченные формы. Над созданием гостиных и кухонных гарнитуров трудятся самые именитые дизайнеры. История нашей компании насчитывает более 20 лет уже. Этому салону 18 лет. Вот сейчас у нас уже два салона, дизайн интерьера и апартамент. Начинали мы с отдела светильников в гостином дворе когда-то. Вот. Затем мы поняли, что нашим клиентам нужны не только светильники, а нужны и кухни, и мебель. Впоследствии, естественно, стали расширять наш ассортимент. То есть мы привлекли и дизайнеров по тканям, по обоям. Мы все-таки делаем интерьеры под ключ. От мебели, да, отделочных материалов и заканчивая, так скажем, тапочками, постельным бельем. Сегодня салон работает с ведущими фабриками Европы. Безупречное качество и экологичные материалы. А еще пристальное внимание к деталям. В интерьере не бывает мелочей, подчеркивают эксперты. Мебель должна быть не только красивой, но и функциональной. В нашем салоне представлено очень много разных фабрик, отличающих по направлению, по стилю. Одна из самых наших любимых фабрик – это Снайдера. Например, за мной находится кухня «Лофт», которая заняла первое место на конкурсе немецких кухонных фабрик. Это впервые случилось в мире, такого в истории не было. Это говорит о том, что итальянская кухня самого высокого качества, достойного немецкого качества. А здесь у нас находится не менее именитая модель фабрики Снайдера, называется «Эль», которая в 2017 году получила первую премию от журнала «Эль де Гарешем». Наши покупатели иногда задают вопрос, а зачем здесь две варочных поверхности на этой кухне? На самом деле здесь не варочная поверхность, это такая интересная мойка, которая скрыта за двумя разделочными досками, и где прячется вот такой интересный смеситель. Таким образом, мы можем сделать мойку невидимой, она не портит внешний вид, и создается впечатление, что остров у нас одна цельная деталь. Многие образцы салона дизайна интерьер – настоящие арт-объекты, которые можно передавать по наследству. Взять, к примеру, этот обеденный стол. Мало какая компания может сказать, что ее вещи, столы и стулья видели землю 50 тысяч лет назад. На самом деле это так. То есть фабрика называется вообще Riva 1920. Она использует для изготовления своих предметов мебели древнюю новозеландскую древесину каури, которая вот как раз около 50 тысяч лет назад. Что интересно, сваи, дубовые сваи венецианских пристаней. А это спально-культовой мебельной фабрики Савио Фермино, полностью ручная работа. Дерево, натуральный шелк и винтажный бархат. Обивочные материалы ткут по старинной технологии на производствах с 300-летней историей. Покупая мебель этой фабрики, вот можно совершенно уверенно сказать, что вы не просто купили мебель, а у вас дома теперь шедевр. И это не просто так. Все абсолютно на этой фабрике, от проектирования мебели до изготовления, все происходит на этой фабрике. Все производство вручную. Используются редкие породы дерева. Дерево все абсолютно натуральное. Редкая обработка дерева, позолота, посеребрение, резьба уникальная. Отличительной чертой этой мебели является цветочный орнамент переплетенной лентой. Вот как раз как у нас в салоне на изголовье кровати. Сегодня в оформлении интерьеров на пике популярности неоклассика, отмечают специалисты. Дизайнеры сохраняют классические формы, но активно применяют новые технологии, материалы и свежие авторские идеи. Вот люстра из белой глины от фабрики Ландо, уместно в любом интерьере. Или вот настоящее произведение искусства. Светильник с литьем из латуни от бренда Pâté Vuillemard. Всего в уфимском салоне представлено более 200 итальянских, голландских и немецких производителей света. Хотел бы отметить одну из известных фабрик на весь мир. Это фабрика Бравьер Тоса. Она насчитывает свою историю с 13 века. Это родоначальники, они придумали венецианское прозрачное стекло. У них очень интересное изготовление, то есть на горячее стекло они накладывают фольгу,
которая расплавляется в этом горячем стекле и поверх покрывают еще одним слоем. И получается, что золото остается внутри стекла. Это потрясающий эффект, сияние передается. Кстати, современные лампы светят гораздо ярче. Сегодня в освещении активно применяются так называемые LED-технологии или светодиоды, которые готовы служить 50 лет и более. И даже новогодние елочки, они тоже представлены в этом салоне, выпускаются со встроенной светодиодной гирляндой. Вот уже третий год салон привозит их со всего мира. Украшениями служат бельгийские и американские игрушки самых причудливых форм и размеров. Многие выдуваются из стекла вручную. Их охотно разбирают на подарки. Игрушки на самом деле представлены европейской фабрике Goodwill, и в этом году мы первый раз привезли американский бренд Terrins Collection. Это вообще ювелирные просто работы, игрушки. На самом деле игрушки совершенно в разном ценовом диапазоне, от 150 рублей игрушки до 300. Но они действительно такие уникальные, что их можно просто дарить как в подарок на Новый год. Дизайнерские предметы мебели и интерьера – это не всегда дорого, говорят эксперты. Сегодня ведущие фабрики Европы изготавливают те же кухни, спальни или гостиные и для широкого покупателя. Они ничем не уступают по качеству премиальным образцам, но благодаря использованию более доступных материалов в несколько раз дешевле. Мебель, свет, отделочные материалы, сантехника, плитка, текстиль, посуда. Клиенты стремятся приобрести все в одном месте, ведь это экономит и время, и деньги. В салоне «Дизайн интерьер» к выбранной спальне специалисты с удовольствием подберут подушки или покрывало, а к новой гостиной – нарядные портьеры или тюль. В нашем салоне очень много разнообразных тканей, но особенно хочется обратить внимание на фабрику Рубелли, которая уже более 150 лет занимается производством тканей. Они изготавливают аристократические ткани, которые используются в отделке драматических театров, оперных театров, музеев, королевских дворцов разных стран. У нас очень хорошо представлена фабрика ЯП, немецкая фабрика. У них и есть и портьерные ткани, и обивочные ткани, и тюли, и сетки, и вуали, и блэкауты, которые очень часто пользуются спросом. Именно ткани этой фабрики используют модельные дома, такие как Армани, такие как Бербери, Дольче Кабана, Прада. На счету салона сотни успешных проектов по обустройству общественных и частных интерьеров. И не только в России, но и в Европе. Италия, Англия, Германия, Чехия, Латвия. Особая гордость специалистов дизайна интерьера – работы над внутренним убранством пятизвездочного отеля «Шератон Уфа», которые велись 2 года. Уфимским дизайнерам посчастливилось сотрудничать со всемирно известными шведскими архитекторами, которые проектируют отели премиум-сегмента по всему миру. В результате получилась европейская гостиница с национальным башкирским колоритом. А сколько обустроено домов и квартир за все время работы, уже трудно посчитать. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Пожалуй, лучше не скажешь. Приятно, что в Уфе есть салоны, которые помогают нам создавать домашний уют. Вы смотрели проект РБК «Стиль». До новых встреч!